30 октября в истории латвийской железной дороги произошло знаменательное событие. Впервые транзитом Латвию пересек самый длинный и тяжелый состав грузового поезда. Этот состав, который сегодня мы здесь видим, это первый состав повышенной длины и массы. Вот пробная поездка. Стандартный состав 57 условных вагонов. Этот состав 75 условных вагонов. И пробная поездка. После прохода и сдачи на литовскую железную дорогу, соответственно, будем анализировать как технические показатели, так и экономические, насколько это эффективно, выгодно. Пробуем, ищем новые пути. Общая длина состава чуть более километра. Вес 7460 тонн. В перевозке столь тяжелого груза было задействовано 2 двухсекционных локомотива. Поезд выехал на территорию Латвии из России через приграничный пропускной пункт Пыталово, проследовав в Резекне, затем в Даугавпилс, после чего отправился в Литву. Конечный пункт следования – Калининград. В планах попробовать пропустить состав из 80 условных вагонов. На сегодняшний день перевозки достаточно неплохие. Мы идем плюсом к прошлому году. Работаем, сотрудничаем. Прохождение такого состава стало своеобразным испытанием и для технических работников Латвийской железной дороги, а именно специалистов по движению, диспетчеров, работников ЛДЗ «Карго» и для службы таможни и пограничников. Как заявил вице-президент Латвии «Зелсельш» Эрик Шмукст, все службы и привлеченные структуры успешно справились с задачей. Мы показали, что способны справиться с нестандартными ситуациями. Кроме того, это еще раз доказывает важность качественной современной инфраструктуры, сказал Шмукст, подчеркнув значимость реализации проекта по модернизации и развитию сортировочной станции Даугавпилс, а также прочих проектов по развитию инфраструктуры. Любовь Тран, Александр Хлистов, телевидение Даутком.